у патриарха Кирилла появилась страница в Фейсбуке. Страница будет обновляться ежедневно. Зайдя на нее, можно будет ознакомиться с патриаршими выступлениями и новостями, фотографиями предстоятеля, в том числе редкими. По словам собеседника агентства Синодального информационного отдела, который реализует этот проект, поскольку святейший патриарх Кирилл внимательно следит за тем, что происходит в интернете, он будет следить и за функционированием этой страницы.